Вами бронзовой медалью за третье место награждается Мелитина Станюта, Беларусь. An exercise with clubs. The bronze medal for the third place goes to Мелитина Станюта, Беларусь. Серебряной медалью за второе место награждается Арина Аверина, Россия. The silver medal for their second place goes to Арина Аверина, Russia. И победитель гран-при в упражнениях с булавами становится Маргарита Мамун, Россия. And the Grand Prix winner in exercise with clubs is Маргарита Мамун, Russia. Дамы и господа, в честь победителя звучит государственный гимн Российской Федерации. Ladies and gentlemen, in honor to the winner, please rise up for the national anthem of Russian Federation.